законодательном собрании, и в комитетах, во фракциях, и на встречах с органами местного самоуправления. В связи с этим хотел бы сразу проинформировать вас о том, что мы с Валерием Васильевичем это обсуждали. Сразу же, буквально там, через несколько минут после послания президента, я проговорил это и с коллегами из Народного фронта, из Общественной палаты. Мы приняли решение создать большую межведомственную рабочую группу, состоящую из представителей правительства, представителей законодательной власти, представителей представительной власти, МРФ и Общественной палаты, для того, чтобы в том числе, возможно, если будет у кого-то желание, представителей гражданского общества, чтобы разработать конкретный план мероприятий по реализации послания президента. Вот это первоначальный вариант, значит, того документа, на котором вы должны быть. Вот вы видите огромный объем работы. Каждое практически предложение, не практически, а каждое предложение, в том числе и конституционное предложение президента, здесь находит отражение. Здесь мы специально предлагаем разбить вот предложение президента. Это что у нас с вами есть в Ульяновской области на сегодняшний день по тем или иным вопросам. И что нам предстоит сделать, в том числе связано с изменением законодательства Ульяновской области и Российской Федерации.